Привет, меня зовут Азаренко Сергей. Сегодня я отвечаю на ваш вопрос, который вы мне задаете ВКонтакте. Сколько стоит фотосессия? Прям так люди и пишут, сколько стоит фотосессия. И этот вопрос ставит меня в тупик. Мне приходится переспрашивать, какая фотосессия, про что она должна быть. То есть прежде чем задавать этот вопрос, вы должны сформировать у себя в голове хотя бы примерно, что вы хотите получить в результате фотосессии. Потому что они бывают разными. Может быть, вы хотите заказать детскую фотосессию, может быть, семейную, может быть, свадебную. Фотосессии бывают в студии, бывают на улице, бывают где-то на день рождения позовут, да, приехать сфотографировать. Опять же, день рождения кого? Ребенка, либо взрослого человека. Цены отличаются. Поэтому сформируйте для себя, что вы хотите увидеть на выходе, и более подробно задайте мне вопрос. Мне необходимо знать, где вы хотите фотосессию, сколько по времени примерно она будет, то есть час или на 2 часа вы рассчитываете. Если это свадебная, то опять же, сколько часов. Если это юбилей или день рождения, на сколько часов вы хотите заказать фотографа. Я понимаю, что зависит все от цены, да, итоговой, сколько в час. Но если брать 1 час всего съемки, это будет дороже. Если вы берете 3, 4-5 часов, то, соответственно, получается дешевле. Я вам сразу называю цену, нужную вам, а не переспрашиваю еще раз, сколько часов и так далее. Тут дополнительную информацию не выясню. А фотографии вам какие нужны? Есть в обработке фотографии, есть без обработки. То есть попроще вам вариант или подороже, да, соответственно, за обработку надо доплачивать отдельно. Нужно ли присутствие на фотосессии визажиста, там, стилиста, да, может быть, вам образ надо до фотосессии подобрать, либо вы сами этот образ придумываете, либо вы вообще не знаете, хочу что-нибудь такое, какие-нибудь крутые фотки, не знаю чего, полностью на ваш вкус полагаюсь. То есть хотелось бы больше информации, чтобы мне сказать вам цену. Если это съемка новорожденного, это одно. Если это индивидуальная съемка, это другое. Плюс визаж, плюс прическа, да, то есть все это идет по нарастающей. Так что, пожалуйста, сформулируйте ваш вопрос более четко.